Ассаламу алейкум. Сегодня мы с мужем ходили в магазин Икея для того, чтобы купить детям что-нибудь интересное, чтобы они немножко активничали. Мы решили им купить некоторые вещи, но я вам сейчас покажу. Мы не купили ничего такое много, но все равно хотелось с вами поделиться. Вот, первое, что мы купили, это просто листы, чтобы они рисовали. Потом мы купили вот такую вот вещь. Называется она пюсля. Я не знаю, как она называется на русском, но эту вещь вы берете и делаете разные формочки, например, сердце, кругляшок, может быть, сами там что-то придумаете, цветочки, динозаврики. Выбираете сюда, вы все складываете, а потом вы должны ее утюжком надавить, чтобы она склеилась друг к другу. Получается очень интересная вещь. Мы такое еще не покупали. Я только что узнала, что это такое. Я думала, муж купил, просто там они тоже продают. Просто такой лист, вы как рулон берете, потом срываете, и ребенок рисует, что хочет. Потом выкидываете. Я думала, он такой рулон купил. Сейчас он мне объяснил и сказал, что это, оказывается, раскраска рулон. Это нужно, оказывается, разукрашивать. А чтобы разукрашивать, мы купили карандаши. Вот, мы купили вот эти вот карандаши. Ну, для начала мы купили карандаши, но они очень такие жирные. Еще мы купили вот такую вот резиночку. Это резиночка для того, чтобы... У нас нет ванны, у нас есть только душ. И чтобы дети наши не скользились, мы купили вот такую резину. Резиновый коврик, чтобы ребенку, во-первых, в кафеле ногам холодно не было, во-вторых, чтобы не было скользко. Самое главное, наверное, для меня самое любимое. Я очень сильно люблю свечи. И они были там, скидки были на них, здесь 100 штук, мы купили за 29 крон. И я купила вот, они самые тяжелые были, вот эти вот свечи. Как я уже сказала, я очень люблю свечи, но я именно вот обычные свечи я еще не пробовала. Почему-то, я не знаю, я думала, лучше я куплю искусственные свечи, и они будут у меня гореть, я буду просто менять батарейку, но... Как для меня, искусственные свечи не подошли, мне не очень нравится. Поэтому вот я купила, и здесь 50 штук, и я купила ее за 99 крон. Сколько все это получилось? У нас это все обошлось в 445 крон. Вот, девочки, у меня дети пришли с садика, я их умыла, накормила. Теперь вот мы играем игры. Вот, сейчас мой старший сын забирает, это мой младший сын забирает, а это муж делает. Ну, потом вот еще вот с этой бумажкой мы должны будем утюжком вот так поставить, и утюжком придавить, и она тогда склеится, и формочка красивая будет. Ну, потом я еще вам покажу. Вот, девочки, мой смайлик уже готовый, теперь я сейчас его хочу утюжком придавить, и посмотрим, что получится. Я сама первый раз это делаю. Красиво получилось, Юсуф? Ага. Ну, пока разогреется утюжок. Икс. Бисмилля, попробуем. Номер 3. Поставила на землю. Может быть, она должна вот так постоять. Девочки, что получилось? Сейчас она должна немножко остыть. Сейчас поставлю ее возле окошка, чтобы немножко остыла. Ой, она такая горячая. Сейчас пусть немножко остынет, потом я попробую ее вытащить. Вот сейчас я ее вытащу, попробую вытащить. И так нельзя, по-моему. А как? Нет, вот. Ну, не вытаскивается это. Почему? Нет, да. Вытаскивается же. Нет. Да. Вот, видите? Сейчас. Вот, видите, ее надо вытащить. Потом можно еще раз это использовать. Это, наверное, не та. Вот такая вот у меня получилась. А, значит, вы здесь красивее, да, чем здесь? Вот такой вот у меня смайлик получился. У мужа очень красиво получается. Это как бы стрела, а Абдуллах и Юсуф, это, наверное, чтобы они только вперед дошли. Там у меня младший сын, он в туалете по-большому сидит и кричит, что он уже все. Ты сможешь, давай. Видишь, осторожно. Давай еще раз. Вот, молодец. Лака, Юсуф. Отдай! Подожди, отдай! Покажи, как сзади, покажи. Отдай! Не, не ори, не ори, не ори. Вот, красиво? Угу. Это что? Это я там. Это что, Юсуф? Да. А как на русском? Это я там. Скажи, сердце. Сердце. Угу, это сердце.
На шведском это ярта. Ага, это ярта. Теперь мы будем играть в мемори. Кто у нас захотел играть в мемори? Я в мемори. Да, у нас захотел играть в мемори Юсуфчик, мой младший сын. Теперь мы будем играть эту игру. Мы наигрались уже с вот этими вот бусинками. У меня муж до сих пор играет, собирает. Написал Юсуф и Абдулла. Играть в мемори, да? Да, Юсуф? Угу. Давайте тогда сейчас будем красиво складывать сначала. Мемори, давай, Абдулла, ты первый открывай. Итоги. Это мои карточки, которые я играла. Подожди, не перемешай. Сейчас. Это мои. Это Юсуфа. Сейчас посмотрим. Подождите. Подождите. Так. Ага. Надо вот так сверить. Подожди. Получается, первое место выиграла мама, да? Угу. Второе место Юсуф. Третье место Абдулла. Но это зато было все честно и халал. Да, Абдулла?